сейчас Евангелие дня читаем. Если хотите, можете послушать, зайти вот здесь слева. Евангелие дня сейчас будем читать, обсуждать. Подвинешь туда? Да уж ты туда и поди. Там место оставь. Ты согласился? Конечно. Она что? Сейчас увидишь. Да. Евангелие от Иоанна, 15 глава, 17 стиха. «Сие заповедую вам, да любите друг друга. Если мир вас ненавидит...» Толкование есть? А, принести книгу? Да. Мир ваш мир. С миром принимаем. Сейчас тут же Конечно. Просто интернета нет у меня сейчас. Ну, сейчас я быстро постараюсь. Давай. «Сие заповедую вам, да любите друг друга. Если мир вас ненавидит, знайте, что меня прежде вас возненавидел. Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое. А как вы не от мира, но я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир. Помните слово, которое я сказал вам: раб не больше господина своего. Если меня гнали, будут гнать и вас. Если мое слово соблюдали, будут соблюдать и ваше. Но все то сделают вам за имя мое, потому что не знают пославшего меня. Если бы я не пришел и не говорил им, то не имели бы греха, а теперь не имеют извинения во грехе своем. Ненавидящий меня ненавидит и отца моего. Если бы я не сотворил между ними дел, каких никто другой не делал, то не имели бы греха. А теперь и видели, и возненавидели и меня, и отца моего. Но да сбудется слово, написанное в законе их: возненавидели меня напрасно. Когда же приидет утешитель, которого я пошлю вам от отца, дух истины, который от отца исходит, он будет свидетельствовать о мне, а также и вы будете свидетельствовать, потому что вы сначала со мною. Сие сказал я вам, чтобы вы не соблазнились. Изгонят вас из синагог, даже наступает время, когда всякий, убивающий вас, будет думать, что он тем служит Богу». Я сейчас открою, у меня толкование есть. От Иоанна. От Иоанна, 15 глава, 17 стиха. Вот, здесь есть. Все, давай я сейчас толкование прочитаю. Толкование блаженного Феофилакта. «Так как терпеть гонение и ненависть – дело тяжелое и очень прискорбное, то в утешении их говорит: если ненавидят вас, то это нисколько не ново, ибо меня возненавидели прежде вас. Посему вы должны находить великое утешение в том, что становитесь общниками моими в перенесении ненависти. Засим присовокупляет и другой способ утешения, более обязательный. Вам, напротив, нужно было бы скорбеть в том случае, если бы мир, то есть злые люди, любили вас». То есть мир – это злые люди. «Ибо если бы они любили вас, то это было бы знаком того, что и сами вы вместе с ними общение в той же злобе, что и сами вы имеете с ними общение в той же злобе и лукавстве. А теперь, когда злые ненавидят вас, вы радуетесь, ибо они ненавидят вас за добродетель. Иначе бы, если бы не были добродетельны, мир любил бы свое. Но как я отлучил вас от злобы мирской, то и мир ненавидит вас за то, что не участвуете в делах его. Дальше. Если гнали меня, владыку, то тем более будут гнать вас, рабов. Если не гнали меня, а соблюдали слово мое, то и ваши будут соблюдать. Но этого нет. Ни моего слова, ни нашего не будут соблюдать. Ни вашего.
но все то сделают над вами за меня. Посему, если вы любите меня, переносите, что испытываете за меня, которого и словами вашими вы любите. И вот еще причина к утешению. Они, обижая вас, оскорбляют вместе и того, кто послал меня. Посему, если не что иное, то это самое, что одни и те же суть враги вам и мне, и отцу моему, должно служить к вашему утешению. Может, обсудим? Или все хочешь? Ты такого стиха дочитал? Там прилично, там до 26-го или 27-го даже. Нет, там даже до 16 главы второй стих. Ну, сейчас толкование дочитаю тогда. Ну давай. Грех их непростителен, ибо не я пришел и учил. Не я ли пришел и учил, он говорит. Если бы я не приходил, если бы не говорил, они бы могли сказать, мы не слыхали. А теперь злоба их неизвинительна. Таким образом, и это немало не служит к оправданию их. Я же не только учение преподавал, но и дела творил, каких никто другой не делал. Например, чудо над слепым, над Лазарем и прочие подобные. Какое же у них оправдание? Я со своей стороны преподал учение на словах и присовокупил доказательства от дел. И Моисей, второзаконие, 18 глава, 18-21 стих, заповедует слушаться того, кто чудеса творит и учит благочестию. Он говорит, там говорит, пророка воздвигнет вам Господь, как меня, его слушайте, Моисей говорил. Заповедует слушаться того, кто чудеса творит и учит благочестию. Ненависть их родилась от одной только злобы, а не от иной причины. Законом, как мы часто говорили, называется не только закон Моисеев, но и книги пророков, как и здесь назвал законом книгу Давида. Давид Духом Святым вперед возвещал, что будет делать злобы их, а они без сомнения по злобе исполнили предсказание пророкам, тем подтвердили истину пророчества. Предсказанное пророком. Господь сказал ученикам, вас будут гнать, слова ваши не будут соблюдать. Они могли сказать, Господи, зачем же, наконец, ты посылаешь нас? Как нам будут верить? Кто будет внимать нам? Кто послушает нас? Посему, обличаемые от Духа в том, что они грешат безответно, будут принимать вашу проповедь. И сначала бывшие со мною также будут свидетельствовать, что я и словами, и делами сделал их безответными. Итак, не смущайтесь, проповедь не будет без свидетельства, но Дух будет свидетельствовать знамениями и чудесами, и свидетельство его будет достоверно, ибо он Дух истины. Слова, которого я пошлю, показывают равенство его с Отцом. Ибо в ином месте сказал, что Отец пошлет Духа, Иоанна 14:26. А здесь говорит, что Он сам пошлет его. Сим показывает не что иное, как равенство. А чтобы не подумали, будто Он восстает против Отца, когда посылает Духа иною властью, прибавил от Отца. Пошлю его сам, но от Отца, то есть по благословению Отца, по благоговению его, да, по благоволению Отца. И пошлю вместе с ним. Ибо я не извожу Духа из собственных недр, но от Отца, и он подается через меня. Когда слышишь, что исходит под исхождением, не разумей посольство, как посылаются служебные духи, но исхождение есть естественное бытие Духа. Если мы будем понимать исхождение не так, но как совне, бывающее посольство, то не видно будет, о каком духе он говорит. Ибо бесчисленные духи, то есть это ангелы, посылаемые на служение тем, которые наследуют спасение, Евреям 1:14. Но здесь исхождение есть какое-то особенное и отличное свойство, принадлежащее собственно одному духу. Итак, под исхождением мы должны разуметь не посольство, то есть не то, что он послал как ангела, а естественное бытие от Отца. Сей-то Дух будет свидетельствовать о проповеди. А также и вы будете свидетельствовать, потому что не от других слышали,
но сами с самого начала находитесь со мною. А свидетельство тех, которые сначала были с ним, немаловажно. Сами апостолы впоследствии говорили перед лицом народа: свидетели его воскресения мы, которые ели и пили с ним. Деяния 19:41. Итак, свидетельство с двух сторон, и от вас, и от Духа. А вас могут подумать, что вы свидетельствуете в угоду мне, но Дух никак не будет свидетельствовать из угодливости. Вот здесь речь о свидетельстве как раз таки перед миром. Для того Господь и послал. Он говорит в 1 Петра, апостол Петр говорит: не вы меня, говорит, избрали, а я, точнее нет, он говорит: вы, говорит, род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел. Он называет всех христиан так, чтобы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свет свой. То есть вот с этого момента, когда Голгофская жертва произошла, и до всеобщего воскресения идет царство, тысячелетнее царство Христа, царство евангельской проповеди. То есть когда собираются все как невод, те, которые должны спастись. А когда закончится тысячелетнее царство? Ровно за 3,5 года до всеобщего воскресения, то есть в царство Антихриста. Окончание этого века. Да. 3,5 года Антихрист, и дальше все. Воскресение из мертвых, то есть Христос является, Слово говорит, все воскресают. И сатана будет. Да, и будет страшный суд. Развязан. Сатана развязан вот на 3,5 года будет царство Антихриста. Написано, и будет удержан из среды, то есть убран из среды, удерживающий теперь. И святые отцы толкуют, что это речь о Духе Святом, который проявляется в законах этих, даже мирских законах, справедливо, то есть, допустим, суд есть какой-то закон, который нельзя переступить. А к тому времени это все будет повержено, то есть все основополагающие законы будут свержены. То есть уйдет из среды удерживающий тебя, который удерживает от беззакония мир. Это закон. А кто это неизвестно? Это римское право. Ну вот святые, есть святые отцы, ряд говорят, что это римское право. Ну на самом деле, вот, как юрист, римское право очень похоже на библейское. Это когда я начинаю читать... На библейский закон. Да, почему мне удобно... Воспринимать? Нет, я же юрисконсульт. Почему мне легко связывать, когда я консультирую людей, на Божий закон, очень легко проповедовать и сразу переходить на Божий. Там очень много, прямо чуть не слово в слово. Поэтому. Ну вот вначале смотрите. Сие заповедую вам, да любите друг друга. Если вас ненавидит мир, знайте, что меня прежде вас возненавидел. А почему мир? Вопрос. Возненавидел Христа, Сына Божия, который пришел, чтобы искупить наши грехи, на себя взять через смерть. То есть он пришел нас выкупить. Потому что дьявол действует в мире. Почему конкретно он ненавидит? А вот и потому что дела их были написаны же в Евангелии от Иоанна написано. Я свет миру. Он говорит, как делающий злое ненавидит свет и не идет свету, потому что, чтобы не обличились дела его. То есть он свет пришел. Потому что они злые. Потому что они злые, да. То есть он пришел, они бы и рады принять, но он-то другой. Он объявляет то, что они преступники все. А они это любят, то, что они занимаются. Человек любит грех. Он, как этот Геннадий Фас, да, сказал, что он страдает, когда его лишают возможности грешить. Человек страдает. Да. Всякий делающий зло ненавидит грех и ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его. Именно так. И поэтому осужденный будет человек, кто не принял Христа, потому что он именно любит зло. Не потому, что он что-то, а он любит зло, он не хочет по-другому жить. Это, как сказать, стихия. Поэтому, чтобы уверовать человеку, написано: отверни себя. То есть ты любишь зло. Надо признать, ты погибший грешник. Первый шаг это. Ты погибший грешник, у тебя нет другого выхода. То есть ты должен признать, чтобы Господь тебя спас, чтобы Он тебя изменил. Написано: измени сердце мое, вот Псалмы 50. Сожди здесь новое сердце должно создано быть. Если это не создано, то это все бессмысленно. Человек, то есть он просто будет, где сам хочет, будет себя рихтовать. Где не хочет, он таким злым и останется. Злое, то есть злое, это не значит, что он злой там бросается на всех. Это значит, делает беззаконие, что нарушает заповеди Божьи. С кем еще сравнивать? Вот люди вырастают, вот родился человек в семье. Более-менее приличная семья, там не воруют, не убивают, он говорит. Ну а чем я согрешаю-то? Вон Вася через дорогу, он пьет там, жену бьет,
я-то этого не делаю, почему я вдруг в ад-то пойду? В чем тут? Как и человек воспитывается в семье, и он считает, что так и надо жить. Он с Писанием не сравнивает свою жизнь, а чисто просто вот на общем уровне смотрит. Но ты себя с Христом сравни, с тем, что он говорил. Каждый пройдись просто по своей жизни внимательно и посмотри, что об этом Слово Божие говорит и святые отцы. О любом твоем поступке, мысли. Как ты с молитвы дело начинаешь? Ты помолился, прежде чем поесть? Благословение Божие просишь на любой труд свой или нет? Как ты реагируешь на то, как люди там с тобой общаются? Стараешься ли ты что-то им донести там? Именно евангельское, не от себя там, от своего ума, а вот... Читаешь ли Писание? Ну да, вот. А как ты можешь свою жизнь сравнить? Вот свет-то он же от Писания идет, Священного Писания. Если ты его не читаешь, как ты можешь соблюдать? Ты просто не знаешь, что там написано. Ты по-любому будешь нарушать. Просто невозможно соблюдать то, что ты не знаешь никогда. Златоуст так сказал же, он говорит, ты, говорит, не читаешь, поэтому не знаешь. А не знаешь, ты нарушаешь, а нарушаешь... ты погибаешь, а все потому, что не читаешь. Не читаешь Писание. Ну да, я Ткачев тоже слышал, он говорит, книга, она стоит на полке, но пока ты ее не открыл, она с тобой не заговорит. И также Писание стоит на полке, Библия стоит, но пока ты не открыл его, ну как ты, оно же не будет тебе это, пока ты спишь, там Господь будет тебе во сне, что ли, наговаривать, зачем это? Уже все оставлено, ты просто открой, сейчас все грамотные, раньше... негде было Библию взять, вот Игнатий Тихонович рассказывал, он говорит, там какими путями там чуть ли не 3 зарплаты стоило все это дело, достать еще нужно было, от руки переписывалось, и потом последние, и все были, ну как бы все, может быть, и хотели, были грамотные, но Писание отняли у людей, а сейчас Писание доступно, но зато все перестали читать, вообще просто сам, как факт, вообще чтение убрано куда-то. Как закрыто. Поэтому невозможно без чтения Писания спастись. Ну вот дальше. Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое. А как вы не от мира, то я избрал, но я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир. То есть Господь нас избрал от мира. Он нас отделил уже. Свое вот стадо. И мир нас не любит. Почему он нас не любит конкретно? Потому что обличаются дела его через нашу жизнь даже. Должна быть именно так. Поэтому вот я когда уверовал, у меня сразу куча врагов стало. Из тех, кто были моими друзьями. Как врагов? Ну просто мы разделились просто. Семье и прочее. В храм ты начинаешь ходить. То есть воскресенье постоянно в храме. Тут в храме. В воскресенье они тебя что-то хотят там что-то делать. Ты идешь в храм. 6 дней работы, 7 Господу Богу твоему. Все время уже совершенно по-другому тратится. Ты не с ними уже не... А что разговаривать? День рождения не приходишь, ну, там на какие-то праздники, потому что о чем ты там будешь говорить? Они неверующие люди. Разговаривают о пустом. Что не грех, что не разговор, то грех. Что ты там будешь делать? Смысл туда ходить, если ты да. грехом... Я... Начали мы с женой приходить с Евангелием, там, или с молитвой чисто, там, помню. Там, если день рождения, пришли помолиться, помолимся, mm-hmm. уходим сразу же. Потому что... Ну, ты не можешь в этих делах участвовать. Написано Иакова 4.4. Точнее, 1 Иоанна, послание. Написано так. Не любите мир, не того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчей. То есть с миром дружить, это очень опасное дело. Ты с ним просто духом, вот часто даже бывает пообщаешься с неверующими. Раз, и ты потеряешь, ты домой приходишь, у тебя как будто страх Божий потерян. Uh-huh. Ты не чувствуешь вот это, где ты согрешаешь. Это и грани. Да, и это же очень опасно. Тут этим духом наполняться мирским, это очень опасно. Это, то есть три врага, правильно, это сатана, то есть я сам, самый главный враг. Плоть, мир, да, плоть, мир и сатана. Это все три, которые... Реальные наши враги, а не то, что там другое государство и так далее. Да. Ну вот сейчас даже вот по поводу 3,5 года, да, до будет отнято среды, удерживающей теперь. Сейчас время такое, видно, идет к тому, что приближается то это время. Потому что все законы основные, основополагающие, сейчас попираются. Уже сейчас мы видим это.
Раста там не продать, не купить, маску не одел, не продать, не купить. Не куп... ну, просто видно, к этому близко это все уже. Может быть, мы стоим в это время, может, при нас это и будет уже. Угу. Что это начертание антихриста. Ну, там отречение обязательно должно быть связано, ну, еще. Святые говорят, что должно быть отречение, и говорят, тот, кто, у кого будет начертание антихриста, Ефрем Сирин говорит, что он не сможет на себя наложить крестное знамение. Но я думал, почему не сможет? Ну как это же, любой же может, захочет, наложит. Угу. А я понял, не захочет уже. Не захочет, воля будет парализована, да? Он не захочет, ему это не надо. Он уже неверующий станет, будет. Благодать отойдет от него. Да, и поэтому он не сможет наложить на себя. Как сектанты, они не, на... не, не крестятся, они крест, ты на себя крест наложил, они говорят, а Господь не велел, то есть говорит, служи... не требует служения рук человеческих, да. А когда разбирать начинаешь, а что за служение рук человеческих? Кому это сказал апостол Павел? А оказывается, он сказал это язычникам, которые вообще еще не слышали про Христа, и они креститься и не могли даже. Это в Афинах было, а у них было божество, у них много было пантеонов, это пантеон, и божества разные стоят. И он нашел неизвестного Богу неведомому. А это неведомый Бог, почему они его не почтили? Они пошли, вот как у нас тоже, ты, допустим, идут там, священники благословляют на войну. Ну вот, видать, не благо... ну, то есть поражение. И они думают, в чем там, в чем дело. Что не... А они тоже так же, они думали, надо всех богов почтить и идут на войну. И если поражение, значит, что-то какой-то бога они там не почтили. Да. Так вот, и они поняли, что есть какой-то бог, которого не почтили, за это они проиграли. И сделали статую неизвестному богу, неведомому. И вот апостол Павел к ним-то и говорит, вы, говорит, я вижу, люди как бы набожные. Говорит, Бог не требует служения рук человечества, чтобы ему там что-то строили, вот этого не требует. А они-то думали, что ему надо там как-то почтить, там жертвы какие-то ему принести. И тогда он тогда тебе поможет. И вот он им это развенчает. И сектанты, вот они толкования не имеют, поэтому это не знаю. Ну вот глядите, почему евреи, например, не приняли? Здесь тоже ответ мы видим. Почему евреи Христа распяли? Говорит, слово, которое я сказал вам, раб не больше господина своего. Если меня гнали, будут гнать и вас. Слово мое соблюдали, будут соблюдать и ваше. Но евреи ждали царя, который посадит их. То есть они владыку избраны мира. Владыка, владыку мира. И он евреев должен был как бы сделать. Он и так их избрал, да? То есть это избранная нация, евреи. Господь к ним пришел именно. И они ждали, сейчас он придет, и мы будем руководить этим миром полностью. А он говорит, меня гнали и будут вас гнать. Ничего себе. Подожди, подожди, ты меня избрал или нет? А если ты избрал, почему меня должны гнать? Наоборот, мы сейчас пушки везде поставим, и все будут под нашу дудочку плясать. Нам будут служить. А он говорит, вас будут гнать. Они говорят, да нам это не подходит, зачем это? Он пришел, каждого обличает. Вы, говорит, что делаете-то? Заповеди перевернули сверху на голову. И как это? Постоянно их обличал и говорит, вас и гнать еще будут. Они, да зачем это надо? Надо распять его. То есть тот Христос, которого они ждали, евреи до сих пор ждут Христа, он был не тот, какой есть на самом деле. Вот в чем вопрос-то. Почему они его не приняли? Все у них было, толкование, но он был не такой, как они его ожидали, каким он... Представляли. Каким его представляли. Вот как у нас. У нас представляют то же самое. Православие в основном представляют как царь-батюшка, все в одни под ним. То есть и вот православная страна, она единственная в мире такая, и вот у нас истина. Они ждали так, еврейская нация, то есть они еврейская, придет антихрист, он, то есть из оккупации освободит их, они воспрянут как еврейские. А пришел Христос, не имеет ни вида, ни величия, трости надломлены, там, трости не переломит, да. Вина курящегося не угасит. Не угасит, да. То есть все противоположно, не в силе, то есть не в этой мирской. Он говорит, Царствие Божие. Почему он все время повторяет, Царствие Божие не пища, не питье. То есть это не то, что вы будете в достатке, у вас все хорошо, но радость, мир, как там сказано? Праведность. Праведность в Духе Святом. То есть у тебя мир с Богом. Ты можешь быть вообще хоть в тюрьме, в самых плохих условиях, но у тебя мир в сердце. В душе у тебя будет мир, да. Радость. Которая это и передается другим. Почему? Потому что ты примирен с Богом. Да, вот, допустим, крещение, да, человек примиряется с Богом навсегда, когда, ну, то есть пока он не согрешит, не совершит грех. Как только человек согрешает, он сразу становится вне церкви. Поэтому дается и покаяние, и исповедь, и епитимия, каноны церковные накладывают. Сегодня канон,
вообще не накладывают епитимию никогда на людей в основном. И они не получают исцеления никакого. Допустим, блуд 6 лет отлучения от церкви, аборт 12 лет, 10 лет отлучения. Человеку, если не наложить, у него неисцеленная совесть остается. А священник... Да что ты говоришь? У меня вот, например, вот мама с бабулей в одном храме на причастие не допустили, потому что аборты делали. Искали, где батюшка епитимию не наложит. Вот так. Ну вот это... То есть уже ищут люди. Я знаю люди, где крещение не допускают, потому что родители не венчаны. И ищут, где крестят ребенка. Хоть... Это неверующие люди. Папа-атеист там. Неверующие люди. Ну вот я еще хотел про удобного Бога поговорить. То есть удобный Бог, он как? Он меня любит, где мне надо? Мои хотелки выполняет? А если не совершил, прощает. А если что, он меня прощает. Вот это православие сейчас, я в Сретенский монастырь хожу, мужской, в Москве. Там кого не тронешь? А что ты, кто тебя взял судить меня? Тебя кто поставил? Я говорю, подожди, ты заповедь нарушаешь? Ты христианин или нет? Зачем ты это делаешь? Ты против Бога воюешь сейчас. Они сразу, не суди. Я говорю, подожди, я не сужу. Судить это Господь может. Он выносит суд окончательный. У тебя будет суд с ним. Еще, когда ты умрешь, ты предстанешь на суд. Там тебя будут судить. А я тебе просто говорю, гляди, ты нарушил правила дорожного движения. На красный свет поехал по сплошной линии. Пересек сплошную линию, по встречке едешь. Тебя сейчас фура собьет. Я говорю, ты духовный закон нарушил. У тебя сейчас в жизни все повалится, не туда пойдет. Ты уже в ад идешь сам. Зачем ты это делаешь? Не суди. Так я не сужу, я тебе просто показал. А судить это как? Вот положим, на столе вот здесь у нас, ну, что-то стоит. Я говорю, на столе стоит. Я не сужу. А если я скажу, на столе стоит, поэтому надо сжечь в гиене огненной. Вот я уже, вот это я сужу. То есть я уже окончательное решение вынес. То есть ты грешишь. И ты как бы не. Ну, то есть ты грешишь, не каешься. И я тебе говорю, ты и не покаешься, и за это будешь в аду гореть. Вот это суд. Этот суд только на Бога можно оставлять. А человеку сказать, что ты грешишь, и указать, где конкретно. А если сказать, если ты не покаешься, ты будешь, да, в саду гореть. Это уже не суд? Нет. А если ты говоришь, ты не покаешься, ты будешь в саду гореть. Конечно. Как ты можешь знать, ты покаяться он или нет? Но сказать человеку, что он грешит, это наша просто обязанность. Потому что часто вот у нас Наталья Усатая из Германии, которая в группе в нашей в скайпе, мы писание изучаем. Наталья Усатая, у нее сейчас сколько, пятеро у нее детей? Четверо. Или четверо? Четверо. Она говорит, я ходила, ну да, она там сейчас. Ну и вот, я говорит, ходила при монастыре, там что-то пела, что ли, даже. И мне, говорит, ни одна из монахинь не сказала, говорит, что я живу в блуде со своим мужчиной. Ну, мы не венчаны, ничего. Хотя они знали, да, получается? Они знали. Никто не сказал, 2 года она была при них. Она говорит, сколько я на безобразие шел с тех пор. Их там приучили, что даже сказать нельзя. Это я же знаю, учения все эти. Монахи в этом случае очень сильно согрешили. То, что они не сказали, они знали и не поправили. Смысл в том, что она говорит, сколько я времени потеряла, если бы я раньше знала, я бы по-другому бы жила. И вот так человек ходит, бывает, в храм, ему никто ничего не скажет. Батюшка, это как его... И Петрохилю накрыл тебя, прощается, разрешается от грехов своих, раб Божий такой-то. Все, иди там и больше не греши, в лучшем случае он тебе скажет. Иди причащайся. Епитимию не наложит на тебя. Это в лучшем случае, а в другом случае он скажет, да все так грешат, не переживай. Ну это вообще что-то из... Это уже, да. Ну, в Иезекииле 3.16 накладывает заповедь любви на всех по поводу того, что он считает. Когда я скажу беззаконнику, смертью умрешь, Господь говорит, а ты не будешь вразумлять его и говорить, чтобы остеречь беззаконника от беззаконного пути его, чтобы он жив был, то беззаконник тот умрет в беззаконии своем. И я, Бог, взыщу кровь его от рук твоих. То есть, если человек согрешает, и ты каким-то образом ему это не сказал, Бог взыскивает его кровь с тебя. Если ты знал, не сказал. Да, ты знал, если, конечно. Вот это я когда прочитал, я понял, что я сколько согрешил-то в жизни. Потому что... Неоднократно же ты видишь. А не говоришь, часто люди не говорят, потому что боятся испортить отношения. Они тоже плотское все, мирское. Это есть... уже они, получается, Господь говорит, как славу друг от друга принимаете, а славу, которую от единого Бога не ищете. То есть они боятся, не о Боге думают, а именно как вот, чтобы... Это не любовь к ближнему, на самом деле.
Человек не верит, значит, в вечный суд, в Божий суд. Потому что если человек верит в Божий суд, он видит, что человек идет ну, в погибель. Ну как он ему не скажет об этом? Даже не важно, человек принял, не принял. Он даже не принял, а потом посмотрит. А потом может подумать. Конечно, ты семя заложил в него. Семя. Поэтому мы должны принимать обличение даже в свой адрес постоянно. А вдруг... А Златоуст как говорит? Если, говорит, тебя брат это обличил, говорит, и неправильно обличил, то, говорит, поцелуй его. А если правильно, то пусть он будет твоим другом. Поцелуй за намерение, что за он намерение, хотел тебя, да, исправить. Да. Он увидел, что там опасность, что ты, может, не туда идешь. Он ошибся, но он, намерение-то у него, да, хорошее. Ну, да. А нас вот Игнатий Тихонович обличает, мы сразу так в штыки с ним. А мы должны по Златоусту-то обнять, поцеловать его и стать другом его. Да, ну я его обнял уже под конец-то. Я его так благодарил. Прямо вот он меня обличает, и я его тут же благодарю прямо. Ну да, мы свидетели. Уже навык. Навык этот. Ну и это искренне все, не то, что отстанет меня. Это понятно. А это же... Ну вот интересно, вот ребенок, положим, на ваших глазах бежит на красный свет, и машины мчатся. Ты же его за руку схватишь, скажешь: стой, 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 сейчас тебя задавят. А когда человек точно так же на красный духовный свет идет, начинает заповеди нарушать. Ой, да там ладно, там ему скажет кто-нибудь. С ним же рядом люди живут. Ой, да у них своя семья, они сами разберутся. Да ты сам наладь свою жизнь, что ты лезешь учить. То есть куча-куча причин. Но когда на красный свет ребенка за руку хватают, чтобы он не погиб, тут все эти подпорки, они убираются. Тут тебе не говорят: подожди, подожди, ты вчера на красный свет сам ходил. Зачем ты его за руку схватил, чтобы его не сбили? Ты же вчера сам на красный свет прошел. Не надо его хватать, пусть его собьет. Тут все это отбрасывается, тут можно. А когда духовно идет повреждение у кого-то, и ты за руку его хватаешь, говоришь: подожди, 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 сейчас плохо тебе будет, в вечности тебе будет плохо. Тут уже сразу куча причин находится, почему не надо этого делать. Вот это не, просто меня поразило вообще, когда это увидишь. Потому что как, это неверие. В духовный мир. Причина в неверии, да. В духовный мир человек не верит. Он может быть верить, исповедоваться. Может, мало верить. Исповедоваться, причащаться, ходить, но не верит. То есть оно, как это, что вера, она влияет сразу на дело. Покажи мне веру твою и сделал твою. Покажи мне веру твою без дел твоих, а я тебе покажу веру мою и сделал моих, говорит Яков. То есть вера проявляется-то в делах. Если дел нету, значит веры нету. Потому что и беса веры ты трепещешь. Да, то есть это самообман, фантазия начинается. Сколько я сам помню, 10 лет примерно, ты в этой фантазии пребываешь какой-то. Ты все знаешь, все догматы, все там святых отцов, все знаешь. Все перечитал, всех почти, а в делах не отражается никак. Ты с миром дружишь, миски тебя любят. О, там, святой отец, там, святой отец, ну там это, как-то они там называют по-своему. Ну, любят, то есть тебя. Ты не обличаешь их, не трогаешь, ничего не говоришь. Ты... Да. Нравится. Какие основные условия, когда можно обличать? Любовь, значение. Самое главное, ты должен... При людях или без людей, нет, там же вот вроде есть... Написано, что... если совершил против себя... Нельзя этот... Там лестница есть, лестница. При других обличать нужно наедине. Можно иных перед страхом спасать, извергая. Если ты поставлен по-разному. Ты смотри, где каким поставлен. То есть, если ты над ним как-то поставлен, или у вас такие отношения, что он тебя воспринял как наставника, это одно. Если, написано, согрешил брат, обличи его между тобой и между ним одним. Вдвоем. А, если то есть, нет, если я на одном уровне иерархии, то... Да, потом... Нет, но сейчас то, что мы говорим, да, это сейчас любое, без иерархии. Вот если он тебя согрешил против тебя, написано, иди... Между нет, ним, это... тобой и ним. Потом уже призови свидетеля. Это при одной иерархии. Это при любой иерархии. Ну это как бы... у наставников там еще есть разные варианты. Там надо смотреть, на какой степени грех, стадием человек, каков он закостенел, насколько в нем. Бывает оступился, это там разное. То есть наставник, если наставник, он может... Ну наставник, всех, допустим, не один, да, на один. Может быть, не всех. Но там, видишь, вот бывает, положим... Вот у нас в Сретенском монастыре если, тоже. Надо, чтобы другим польза была, а он должен вынести. То есть он, да, должен понимать, с кем, чего. Идет какая-то беседа, человек приходит, возможно, первый и последний раз здесь. И другие люди присутствуют при этом. И он как что-то безобразное тут сказал или сделал. И уже вынужден ты просто при всех ему сказать, чтобы другие, вот как Анания и Сапфира, положим, они принесли, утаили часть денег. Они хотели, то есть все... Все продавали,
и от Бога получали соответствующие какие-то, ну, каждый, соответственно, тому, что Господь им давал за это. То есть то, что ты все имение продал свое и положил к ногам апостолов. А эти сделали вид, что продали все, но часть спрятали себе, а хотели тоже получить, что и другие, которые все отдали. И Господь их просто убил прямо на месте, чтобы другие не заразились вот этой заразой. Это... Нет, и главное, они могли им и не отдавать, им не надо было. Они сказали, что все, вот в чем вопрос. То есть они соврали Духу Святому. То есть они сказали, что мы все продали, и вот вам все даем, все, что у нас было. Их никто не заставлял, они сами взяли. Да. И вот их Господь прям сразу убивает, чтобы остальные не заразились этим. И то же самое вот у нас там бывают какие-то беседы. И кто-то безобразничает, и обязательно при всех прям сразу же, у тебя нет уже времени, это как его, один на один с человеком говорить. Ты уже обязан просто при всех сказать, потому что другие заражаются этой скверной, и это уже распространяется как чума просто. И он потом, более того, другие иногда у нас приходят, один первый последний раз человек приходит, ну просто он там проездом у нас или как-то, в свой город завтра уедет. И он эту скверну взял. И если ты не обличил тут же эту, ну, не очистил, он с ней уехал туда и дальше понес. Все, эта зараза пошла уже распространяться. А вот я там был с Ретинском, я там увидел, вот такое-такое делают. И все нормально, говорит, все смолчали, ничего не сказано. И тут уже ты просто обязан сказать. Тут никак нельзя один на один. Не получится. Ну, это еще речь о грехах тоже, там тяжесть. Ну, да. Там, допустим, есть вещи, которые, ну, нельзя для всех раскрыть. Человек, ну, бывает, вот, там она, ну, пала она прелюбодействовала, там, или мужик, или муж. И в канонах церковных там и прописано, что если, допустим, жена прелюбодействовала, она все раскаялась, то ей не надо выходить соглашенными, ну, то есть в храме она должна стоять, потому что муж ревнивый, и она, если узнает, убьет ее. Угу. Но если муж прелюбодействовал, то тут надо сказать. То есть для жены дано. То есть для сохранения жизни жены... Только из-за того, что, да, больше... Да, нет. Ей дается епитимия, она не причащается по канону за то, что она изменила мужу. Но она не выходит, чтобы он как бы не понял, что она выходит, потому что она ему изменила. Потому что если он это поймет, то может просто членовредительство быть, убьет ее и все. И ради вот любви того, чтобы ей жизнь сохранить, но при этом духовно ее наказать, она отлучается от причастия, но не выходит соглашенными. То есть она просто не причащается. И она там, я не знаю, сколько лет, сколько там, в какое время она несет, не знаю. 7, что ли? Не причащается так долго. А, кстати, я про эти, про каноны тоже читал. Ну, вот Василий Великий, то, что устанавливал срок вот этот, епитимии, это как бы то, что он опытно, духовно вычислял, вот сколько для уврачевания раны, которую ты себе нанес грехом, нужно времени на покаяние. И вот он приблизительно среднее выводил, что вот если женщина убила ребенка в чреве, аборт сделала, то вот примерно 10 лет ей нужно на то, чтобы вот эту рану залатал Господь. Чтобы ты живешь, вот это, исполняешь добрые дела, делаешь. И тогда через 10 лет это вот уврачевывается. А если ты через год сразу ее допустишь опять, там один грех цепляет за другой, и все, и пошло как снежный ком. Многие больные немало умирают, написано, апостол Павел говорит. Почему все время молчат сегодня об этом? Что, от причастия. Что причастие убивает, если ты недостойно причащаешься. Многие больные немало умирают. От... Еще. Апостол Павел говорил про ту церковь первоначальную еще, апостольскую. Там среди них многие больные немало умирают. Чего сегодня говорить? Может, кладбище заполнено из-за недостойного причастия? Они говорят, если я, говорит, буду не допускать, говорят, то многие перестанут ходить в церковь, оправдываются этим. Поэтому... А перестанут ходить в церковь, перестанут деньги нести. А перестанут деньги нести, мне это как его, митрополит съест, да? Наверное. Кошмар какой-то. О духовном состоянии тех, кто в храм ходит, священников, по-моему, вообще никогда никто не спрашивает. Я ни разу, ну, мероприятия они отчитываются, куда что съездили, сколько треп там, сколько записок подали, сколько крестили, сколько это. А как... Вот Клавдия Ивановна ходит к тебе в храм, она как возрастает духовно, она заповеди соблюдает, она своим соседям рассказала про Христа, она образом своей жизни, она показала, что она верующая, или она живет как безбожник,
Это как его, платочек по воскресеньям надевает, и воскресенье она православная, понедельник наступил, все, муж у нее сразу под каблуком, как его, она тут командир, это все, писание зачеркнуто, с соседкой там постоянно ругается, то есть она уже не христианка, в понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, в воскресенье опять христианка, все, она все добренькая, но из храма вышла, все опять гавкать начинает на всех, то есть это... Изменилась Клавдия Ивановна или нет? Вопрос. От того, что она верующей стала. Мне кажется, тут лицемерие. Ну вот у нас, опять же, девчонки молодые ходят. У нас же ну, центр Москвы все-таки. И, ну, видно просто по ним, как они одеваются, как они себя ведут, какие разговоры, в кафе им там надо, еще куда-то. Ну и вроде как все около духовное, но на самом деле там они их не отличить от мира. От мирских женщин их не отличить. Абсолютно никак. Точно такие же разрезы на платьях, точно такие же... Ну, то есть, самца привлечь надо и в блуд с ним впасть. Краситься. Краситься, да. Все вот это, абсолютно. Ну, самца привлечешь, ну, сколько ты, до 80 лет будешь кувыркаться с мужиками? Потом успокоишься? Или что, до 100? Но у тебя вечность впереди, вечность. Ну, как можно вот... Я даже не знаю, вот, предположим, сравнить, Адам жил 900, там, с чем, 50, сколько он жил? Лет. 930. 930 лет. Ну, мы максимум по 100 лет проживем здесь. Ну, 120, может, кто-то проживет. Да. Ну, сравни, Адам 930 жил. А есть вечность. Вот даже 930 с вечностью, это невозможно сравнить. Но ты ради временного вот это безобразие, удовольствие, ты вечность зачеркиваешь себе сразу же. Ну как это? Вообще непонятно. Веры нет. Абсолютное отсутствие веры, да. Это Господь же сказал, говорит, придет Дух Святой и обличит мир во грехе. Какой самый страшный грех? Кто как думает? Неверие. Да, неверие. Он же говорит, что не верят в меня. Это в этом все грехи, в этом весь уголовный кодекс заложен. Все заповеди Божии. А почему? Потому что человек, если он не верит, он не покается. Он не верит, и он не... Он не верит, да, ему зачем это надо? Он не может покаяться по определению, если он не верит. А если верит, он еще может, у него есть надежда спасения, потому что он может отстать от греха, покаяться. Это самый страшный грех – не верить в Иисуса Христа. Все. Даже не в Бога просто, а в Иисуса Христа. В Бога-то ты можешь и верить. Тысячи мусульман, миллионы, миллиарды уже мусульман. Ну да. Верят в Бога, но все грехи на них, потому что нет искупителя. Возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе, Господи нашим. Ты веришь? Ты должен верить в Церковь Его Святую, которую установил, каноны поставила. И написано, кто, говорит, каноны да отменит, да будет подвержен отлучению вот этого канона, который он отменил. Mm-hmm. Это... А это тоже, да, есть? Шестой в книге Павел. Шестой Вселенский собор, первое, второе правило там как раз описывается. Допустим так, священник, ты приходишь, там, допустим, согрешил, да, какой-то грех за отлучение, ну, допустим, нарушение поста, 2 года отлучения от причастия, нарушаешь пост, 2 года. Священник не имеет власти тебе разрешить пост. Никакого. Отменить пост. Отменить его, да. Как он имеет власть, только тебе, как сделать? Послабление в виде елея и вино можно там. Масло и вино можно добавить. То есть всем нельзя, например, масло, а тебе, потому что ты болящий, можно. Да, или беременный. Или беременный, да. Ну вот, а он говорит тебе, да, ничего, молочко попьешь. Ты пьешь молочко, он уже должен быть отлучен на 2 года. И ты нарушил пост, он отлучен, потому что тебе дал, отменил правила церковные. Все. И это никто ему не имеет права. Ни епископ ничего не имеет права отменить, потому что тысячи епископов принимали на Вселенских соборах решения. Такие. Представляешь, что один епископ и тысячи перед тобой стоят. Тем более, которые признаны святыми. Среди них многие святыми были, да. Есть же праздники, что память святых отцов 6 Вселенских соборов. Эти правила, мы постоянно должны молиться, благодарить Богу, что нам и Господь дал, что мы не сектанты, что мы... Понимаешь, вот родились бы там в баптизме и не знали бы никогда. Угу. А может бы уже похулили бы Духа Святого. Отвергли там иконы там или еще всякое. Жили бы сами себя обманывали. Да. А тут нам Господь православие открыл. И все время думаешь,
какая милость великая Божья. Я даже, у меня не было момента, когда Иисуса Христа, допустим, для меня было сомнение, что Бог он или не Бог. Мне сразу это... Слава Богу, слава Богу. Да. То есть это легко было принято. А это очень трудно. Вот я с мусульманами общаюсь, со многими. Это... И начинаешь понимать, что это трудно. Это людям трудно очень. Это нужно, и написано, никто не исповедует Господа, кроме как Духом Святым. То есть у сектантов, у баптистов, у пятидесятников, у них Дух Святой здесь им открыл. В этом есть. Но церковь у них не открыта. Они не знают, что церковь — это где рукоположено священство от апостольских времен. Еще написано, никто не приходит ко Христу, если не привлечет его Отец. Да. Многие, кстати, приходят в истину, в церковь, через секты. Тоже. Это тоже Божий промысел. Ну, это как бы первая ступенька у некоторых, наверное. Они верующие больше, чем православные. Если они искренне Богу часто. Да. Тогда вот свидетели Иеговы, мы, помнишь, что ехали? Да. Этот, как это называется-то? Контролер, кондуктор, как это? Проводник. Проводница была. Проводница. Иеговистка. То есть она каждый раз, все, мы даже не знали об этом. Она моет каждый раз, тут помыла. Очень тщательно что-то... убирает, все тщательно. Там, все прям у нее в вагоне такой а порядок. Евангелие ждаем, а я, говорит, а я сама верующая. Mm-hmm. А вы кто? Она говорит, свидетели Иеговы. То есть она верующая, а у нас будет православная там, она не будет так, как... Она боится Бога и поэтому все тщательно делает. Да, она сектантка, она вне церкви, не спасется, если она так останется. Но она какой пример подает нам, что мы вообще расслаблены по сравнению с ними. То есть мы даже не выполняем того, что делает сектантка, да? Какой спрос на нас будет потом? Вот именно, о том и речь. Она добросовестно, да, все делала, очень. И потом выяснилось, что она верующая. Вот как раз вера без дел мертва. Вот она конкретный дел. Да. Вот я, допустим, была бы работа, надо делать работу. Кого ты изберешь? Православных двух в стандартах с храма или двух свидетелей или баптистов? Конечно, свидетели баптистов, они никогда не обманут. Никогда. Они знают, что нельзя не клясться, ничего. А у нас ничего не знают почти люди-то. Вот Игорь Добунов из Барнаульской общины у них там, он рассказывал, что говорит, а я сейчас, ну, вот сейчас я возвращаюсь, я принял крещение святое, и возвращаюсь сейчас домой и буду искать работу. Ну, я работаю сейчас, но буду искать работу, где, чтобы греха не совершать, чтобы не участвовать в делах тьмы по максимуму. И мы с ним обсуждали эту тему. Он говорит, а я нашел такую работу. Я говорю, да что? А я все перебрал, ничего не могу найти. То есть в администрацию президента пойдешь, но там грех на грехе просто. Вот звали меня работать конкретно просто. Прям конкретно туда, к нему, к президенту. Ну там грех сплошной. Это как его, в кино сейчас я работаю. Ну тоже грех. Не я совершаю, но другие совершают. Я в этом корабле безобразие. Я, говорит, нашел, что такое? Работа с баптистами в строительной бригаде. Я говорю, да как это? Я говорю, а неужели прораб не ворует? Не ворует. Неужели, говорю, делаете? Делают, говорит, все на совесть. Их приглашают потом еще постоянно. Делают на совесть, прораб не ворует. Заказчик этот не обманутый. То есть вот купили мы кирпича на 100 тысяч рублей. Всего 100 тысяч рублей с тебя взяли. За доставку еще 5 тысяч нас взял водитель. Мы тебе так и написали, а они накрутили там. Понимаешь? Надо вот здесь цементный раствор положить в такой-то пропорции с песком. Мы так и положим. То есть никаких химикатов, ничего не химичат, ничего. Все по-честному. Вот, говорит, 2 года я с ними проработал. Все нормально. Ни разу, говорит, нигде не было выявлено. Ну вот, может быть, баптистов тоже начну искать. Потому что у православных у них... Вот, может, ты вот. Получишь свидетельство там. Может, да. И в церковь придут святые. Вот у меня, когда обращение было, мне тоже вот было показано, мне же показаны грехи, мне вот было показано, почему, что я работаю именно в грешной среде, в плане, что это же нефтеперерабатывающее предприятие, она очень сильно губит экологию. У нас весь город — это онкологические больные. То есть я соучастник греха, ну, смерти мне было. Это получается, я должна уйти, да, вот сейчас сработать. Ну нет, такого нет, что нефтеперерабатывающее — это грех. Такого... Если они соблюдают нормы все, которые установлены, ну, то это, по идее там... Конечно, они нарушают. Ну нет, они экологические нарушают нормы, они все соблюдают, даже это более там установки. Я думаю, все. Нет. Почему? Греха никакого нет здесь. Нет, грех вот у меня положен на работе, я рассказывал. А вот в банках... Воровство идет. Например, мы... Тоже вот у меня такая мысль была, что вот мы же деньги вложим. В банках-то нет, не надо, конечно. А банки, вот если уставы почитать, они же дают кредит,
кредит — это грех, то есть мы соучастники греха в кредитах. Многие из этих кредитов в 90-х годах вешались, потому что не могли этот... Получается, мы соучастники грехов, раз мы деньги в банках содержим. Ну зачем он брал-то? У меня сразу вот такая цепочка выставлялась. Нет, это не то. Нет, ты можешь в банке держать деньги, а то, что они, это же они делают, не ты. Но если бы у них не были наши деньги, они бы не могли давать эти кредиты, которые других людей... Понимаешь, кредит, так это тоже не сказать, что это суицидальные... Это рабство просто. Зачем? Это добровольное рабство. Человек в рабство вгоняет человека. Лучше не брать кредит. Должник делается рабом взаимодавца. Да, но такое, что грех, там нигде не сказано, что это прям грех. Но участвовать христианин в этом не должен, конечно. Ну, имею в виду работать. Ну, барабаш, конечно, взял, но лучше не брать. Нет, а то, что мы же не знаем, какая еще деятельность у этих банков. Куда, на какие они... Тогда вообще ничего нельзя будет делать. Мы вообще ничего не знаем. Ты все дела тьмы-то не можешь знать. Но ты, вот грубо говоря, вот я когда начальнику своему выговорил, я говорю, вор Царствие Божие не наследует. Представь. Потому что мы не знаем, это же не освобождает нас от греха. Вот сел я с ним. Да и греха нету. Меня отстранили после этого от всех дел, которые связаны с воровством. Ну, у меня тоже так же. Меня вот сейчас мне не дают, например, те задания, которые нарушают какие-то. Но. Коллега, но она сейчас уволилась, вот я не знаю, как я выйду, как тут будет. Обычно она все эти махинации делает. Ты махинациями не занимайся, заповеди. Я не занималась, вот я говорю. Если еще есть совесть. После того начали давать вот эти все... делишки, коллеги. Коллега сейчас уволился, сейчас я не знаю, как будет. Еще вот есть совесть. То есть, если совесть человек тебя обличает, то надо, естественно, прекращать. Ну да. Потому что даже... На компромисс с совестью лучше не идти. Да. Вот тут это правильно. Не то, что лучше, а вообще не идти. Вот, положим, человек учится на медсестру или там на врача, потом приходит в медицинское учреждение, он гинеколог, предположим, человек, и он начинает аборты делать женщинам. Вот это не христианское абсолютно дело. Это убийство. Это просто убийство натуральное. Это серийный убийца. Вместо того, чтобы. Да, вместо того, чтобы делать операции, там по женской части помогать женщинам, там, максимально делать все, что спасти ребенка, он в серийного убийцу превращается. Вот это христианин никак не может делать. Главное, все наоборот, да? Мать вместе с врачом, врач, который должен спасать жизнь, убивает. И мать, которая должна давать жизнь, забирает. То есть сочетание. Ну, сатана посмеялся. 120 миллионов абортов в 90-х сделано. Представляешь, 120 миллионов человек. С 90-х. Жертвоприношение сатане было принесено было за 30 лет. И что, мы заслуживаем чего-то хорошего? Не знаю. Лжепророки, конечно, говорят, что все, впереди царь, впереди там будет царство там. Но это, у Бога совершенно может быть все по-другому. Поэтому, конечно, когда вот Игнатий Тихонович говорит, что я печником проработал 40 лет, тут только порадоваться за него. Потому что там, понимаешь, ну когда ты печником работаешь, ну что там, ты купил или купили для тебя материал, ты сказал, что-то купить там, кирпичи, глину купи, столько-то, столько-то. Все, за мой труд заплати мне столько-то. Где тут грех-то? Грех только уже теперь от тебя зависит. Я сейчас тоже понимаю, благословенная работа рабочая. Когда ты работаешь своим трудом. Руками вот, да. А вот сейчас пришел, к 30 годам пришел, ничего не умеешь. И понимаешь, что ничего, просто жизнь. Че, спортом занимался 10 лет? Не нужно. Не нужно, что я на яхте то, что умею. Мне это не нужно, никак не променишь. То есть, а реально труда, чтобы научиться, ничего не научился. Такое, что ты можешь был своими руками добывать. Никто этому не научил. Вообще. Это у меня зовут, у нас у мамы знакомый дом. Себе, то есть у отца участок, и потихоньку дом строится. Сначала фундамент, деньги появились, потом деньги появились первый этаж, второй этаж. И по договору толщина стен 2,5 кирпича. Он приезжает, толщина 2 кирпича. Спрашивает у строителей, в чем дело, почему так. Начинаются какие-то отговорки, там увиливание. Он говорит, нет, по договору 2,5. Вот переделывайте 2,5. Может, торцом же. Вот так, да. То есть это там глаз да глаз. Картина, вот так. Да. Так это даже у меня делали пристрои, то. Надо было следить. Не за честно, ними. Да? Ну, они как честные, но как. Это как. Ну, как проходит, как честно, говорят, считается. Вот только глаз. Ну а реально, вот если, то нет, если бы отец там не судил, родного там. Ничего страшнее было. Да. Тут там, допустим, они раз вот должны были гвозди забить, здесь вот, допустим, 4 дырки. Но они в 2, как бы в 2 достаточно забить.
не гвоздь, а это закрутить. Mm. А там в 4 должно быть. Mm. По технологии. Но они как бы понимают, что двух достаточно. Да, говорят, да достаточно, говорит, ничего не будет. Да. Ну вот и беззаконие, одно цепляет другое. Вот кто-то небрежно, например, сделал вот этот стакан, да? Вот сделал небрежно его. Не так закалили, да? Ты его в руки возьмешь, он у тебя треснет, порежет тебя. Какое-нибудь заражение у тебя пойдет, ты умер. Почему? Небрежно сделал стакан. Кто-то небрежно там телефон сделал, он у тебя взорвался, повреждение тебе. Ну что угодно возьми. То есть вот это безобразие, отсутствие образа Божия в человеке, оно ведет за собой вот это... Из этих мелочей. Из этих мелочей начинает складываться, и ты не знаешь, как слово твое отзовется и дело. Ты вот здесь что-то не так чуть-чуть где-то допустил схалтурить. Вот как Игнат Тихонович рассказал, там на заводе крутят там эти ядерные какой-то этот. Один болтик не закрутил. Вот. Ракетная какая-то там установка. Болтик не закрутил на обед. Звонок. Ладно, потом после обеда закручу. А его раз перебросили на другое место. И не сказали никому об этом. И он-то не сказал. Он забыл уже про болтик. Он пошел на обед. И когда пошли испытания, из-за этого болтика все, вся станция взорвалась, пух и прах, куча народу погибли. Один болтик. На обед человек пошел. У меня супруг все время смотрит про этот. Самолеты, там, не знаю, какой канал, как это. Падают. Да, из-за чего разбиваются все расследования. Но там, как ты говоришь... Там все. Да, там начинает... Да, один какой-то, действительно, грех небрежения и все. Да, как будто столкновение в воздухе два самолета. Сколько раз вот один разбирается именно небрежение. Именно небрежение, да. Погибло, да? Да. Помните, Болгород, пароход утонул, там же говорят, чугун просто бомжи или что, с одной стороны убрали, а с другой нет, он вот так накрененно поехал. Mm-hmm. Вот и столько детей там, столько людей погибло. Так это вот по самолетам, там вообще расследование, рассказывал уже, что там доходит до конспектов, которые писали. Да. То есть находят конспекты, писали, и оказывается, что какого-то занятия не было. Mm. Все, и директор школы тот, который где деревня, и неответственность все такая цепочка, которую несет. Я когда-то подумал, я представил, а на страшном суде цепочка будет раскрыта от Адама. До Адама, получается. До Адама, последнего человека. Цепочка греха вот такая. Небрежение тут. К чему привел антихрист? Да. Поэтому надо очень быть точным, ответственным во всем. Тут принял маску, там этот ничего не сказал, здесь. Там будет цепочка, да, которая все это так раскроется, раскрыто будет. И все будут безгласны. Ничего сказать не смогут. Проклят, все будет доказано. Говорящий дело Господне с небрежением. Нет, самое вот интересное, действительно, я себе представляю иногда. Вот ты стоишь на суде Божьем, и ты видишь все, что ты сделал, уже абсолютно 100% ты видишь последствия каждого своего действия, даже до каждого своего бездействия. Ты вот это видишь, тебе показано, и показано, сколько вокруг людей душ пострадало из-за этого. Из-за тебя. Из-за тебя конкретно. И ты уже не можешь сказать, нет, это вот он. Он сделал, а не я. Совершенно точно ты понимаешь, что ты это сделал. Что это все знают, не только Господь, все вот кто стоят, все знают, все судьи это знают. То есть не то, что там, как сейчас адвокату заплатил, судье заплатил, ничего ты не заплатишь там. Все знают, ты стоишь, ты видишь, сколько людей пострадали и какое уныние может нахлынуть на тебя в этот момент. Отчаянно. Нереальное это просто. Это и есть ад. И там явится то, что искуплено, то есть мы все искуплены ли ты кровью, вот эти все грехи, которые откроются, а ты поверил в искупление Божие. То, что и он взял грехи на себя. А кто в это не поверил, не принял его жертву, вот те как раз будут осуждены, потому что нету, все. Они скажут, мы сейчас хотим поверить. Поздно, все, ворота закрыты. Все. И исправить поздно уже. Уже ничего не исправишь, да, и будет плач и скрежет зубов. Почему и будет? И святые отцы говорят, что некоторые, что огонь неугасаемый, этот и червь, это совесть человека, которая будет его сжать, то есть, чтобы он потерял вот это время, как бы червь. Как бы и физически, возможно, червь будет, но и в этом смысле тоже. Бесконечное мучение, которое... Мы даже не понимаем, что такое вечность. Представляешь, ни один человек еще не выслушал такой приговор, что ты вечно осужден. Нет таких людей. Они умерли, то есть им пожизненные просто. Но жизнь-то закончится для них, они думают, все закончится.
А тут не закончится никогда. Это страшное дело. Держи ум в аде, не отчаивайся. Это об этом речь. Что ты держи в ум, тогда и не согрешишь. Это как раз Силуан Афонский сказал. Да, да, да. Да. Помни, то есть об этом страшном суде постоянно. Пост не последнее свое, человек не согрешишь. Спасибо. Да. Грех и такое, его надо ненавидеть. Это страшное, страшное дело. К нему нельзя легкомысленно относиться. Но опять же, вот эти, на примере Евы, да, с Адамом. Вот змей подошел, начал говорить. Это как бы грех к тебе подкрадывается. Пока она с ним не заговорила, греха никакого нету. Когда она заговорила, уже она начала в сторону греха двигаться. А правда ли, что вам Господь? Она, а нет, вот так. Все, уже он начинает вползать дальше туда. А потом уже действие. Он говорит, вы, говорит, если съедите, будете как боги. О, будем как боги. А то, что Господь сказал, не ешьте, это ничего. Все, забыло это уже. Будем как боги. То есть он нам специально не дал. Он злой, он не хочет, чтобы мы были как он. А мы же будем как боги. Вот смотри, змей сказал. И все, это уже пошла вот эта мысль. То есть с маленького началось. Он подошел к ней, начала говорить. Греха-то еще нету. Но уже пошло-пошло. И так вот любое дело разбери. И все, потом она срывает, ест. И все, человечество умирает теперь из-за этого. Мы же бессмертные. Более того, она еще мужу дает есть. И мужу дает есть, да. Она последняя сказала, стадия греха. Последняя стадия греха грех. Уже. Совместная. Не прикасайтесь, она еще сказала. А Бог такого не говорил, что... А почему? Она уже ему соврала. Ну вот есть два варианта. Говорят, что да. Как бы не прикасайся, она добавила. Написано не прибавляй к словам, добавила. А другой вариант, что Адам или знал уже. Ну вот это, ну то есть ей еще добавил не прикасайся даже. То есть как бы... То есть Адам ей сказал. Да. Не при... Как бы заранее предупредить между собой, да? Да. Ну вот и так же любое дело, вот если ты, ну вот Писание ты не знаешь хорошо, священное, вот мысль какая-то, вот этот сатана к тебе подходит, мысль у тебя начинает в голове, а ты должен спросить, подожди, подожди, а откуда эта мысль? Это от Бога это? Или от сатаны? Откуда? От кого она пришла? Все начинается с мысли. Мысль пошла. Вот у Евы, он с ней заговорил, а она бы спросила, погоди, а ты от Бога? А Бог же по-другому говорил. Зачем это сейчас? Кто это такой пришел здесь? Это дух, различать дух. То есть внутри меня, вот я здесь был тоже сейчас, мы работали. Раз мне мысль, ой, ну я уже все получил здесь, много хорошо. Сейчас крещение приму, поеду-ка я. Я думаю, подожди, ты же приехал, чтобы тебя пошкурили здесь, топориком потесали. Ты для этого приехал? Куда ты собрался? Это от кого мысль-то сейчас? Кто пищит в тебе? Это плотской пищит человек. Это сатана тебе подкинул. Отойди от меня, сатана, сразу. Крестное знамение. Братьев попросил помолиться обо мне. И когда я уже принял крещение, вот эти все замечания и прочее, я и так-то благодарил еще до крещения за них. Вячеслав тоже писал, говорю, как здорово быть с братом Игнатием Тихоновичем рядом. Какая забота идет. Самый пик, когда он меня постоянно рихтовал там, я писал Вячеславу, как мне радостно. Но потом уже накопилось вот это. И я думаю, ну все, все, мера, все, мера, я получил. Мера замечаний ко мне накопилось. И я думаю, все, все, можно уже сдать билет, пораньше уехать. А потом, когда я крещение принял, и братья молились, я молился, и Господь так сделал, что я так радостно работал вот эту последнюю неделю. Никуда я не уехал, ничего не сдал. И радость постоянно. Виталий говорит, да как так? Что-то Николай радостный такой. Он говорит, не работаешь, что ли, сам? Он не мог понять. А я хожу, радуюсь, потому что я принял обличение, которое он мне говорит. Признал действительно, что да, так и есть. То есть не самому себе не ври. Не ври самому себе. И все, и уже у меня радость идет. Все, на исправление уже пошло. И что так это? Тогда-то, помнишь, Игнат Тихонович ему говорит, ты что, говорит, диск отправляешь? Типа, Елене Гладычук передал мой диск. Mm-hmm. Но мы же пошли разбирать, кто что как, кто виноват в этом. Он говорит, ну Елена мне подошла и говорит, сколько тебе еще осталось. Я так и понял, что это как вы с ним договорились и что надо. А Елена, мы позвонили, Елена говорит, нет, ты подошел ко мне и говоришь. Этот, как бы.
Возьми диск. Да, возьми диск. Николай настолько сомневался, он говорит, да я, говорит, ну я что, бесноватый, что ли, получается? Что, ну как, я это все... Я даже и не помню, главное, что я так делал. И мы нашли видео, как это было реально. И что, как было на самом деле? Нет, и он приходит потом, на Тихович, и говорит, ну я просто пришел показать, что я, говорит, не бесноватый, нет у меня такого, что я там забыл. Нет, действительно, она подошла к нему. Там как, Игнат Тихович подошел, говорит, когда сделаешь? Точнее, она, Елена говорит с Игнатом Тиховичем, говорит, Игнатий говорит, что... А, она у него спрашивает, где диск? Он говорит, еще не готов, сейчас там должны... Ну, еще не записали. Uh-huh. Дальше он резко подходит к Игнатию, к Николаю и говорит, когда ты там запишешь? А он уже про другой диск спрашивает-то. Но понять это невозможно. Почти. Он подумал, что про его диск, который он записывает. Uh-huh. Вот. И Елена сразу после него, прям сразу же, ну, сколько тебе осталось? Ему uh-huh. подходит. И он понимает, что они оба как бы... Как ему... Требуют с меня диск. Да, вот этот. Срочно. Для Елены именно, чтобы она отвезла. А оказывается, Игнатий Тихонович говорил с Еленой про какой-то другой диск. А мне он тут же прямо сразу, при том, что я свидетель того разговора, говорит, вот это когда будет готово? Я говорю, тогда. И Елена говорит, сколько тебе там осталось? Вот так. Я говорю, ну час. Она говорит, ну это я уезжаю, мне быстрее надо. Понимаешь? И как мне было понять? Ну то есть я-то признал, что я не прав, что я его не переспросил. Но сам факт того, что я... Не бесноватый, мы это выяснили. Когда видео посмотрели только. Потому что я уже начал сомневаться. Я думаю, неужели я просто взял и отдал чужую вещь человеку ни с того ни с сего. А оказалось, что нет. Оказывается, он меня спрашивал, и она меня спрашивала. То есть все, ситуация так сложилась, что я просто это сделал, ну вот сделал вот так. Ладно, хоть видео записываем постоянно. Да, это меня просто спасло вообще в этот раз. Я бы ходил до сих пор бы в своем мнении, что я сделал. Как бесноватый себя веду. Взял, просто молча что-то сделал это. И ну, даже не помню, спасибо. Как выдержимые есть. Вот, положим, Анатолий, который вышел. Я сегодня сейчас отсматривал ролики какие-то, там отбирал разные, чтобы составить. Буквально за день до того, как он выехал, ему же тоже замечания постоянно были. Игнат Тихонович с ним сидит и говорит, перед чтением Писания у нас было. То есть мы помолились, и пока там Владимир открывал Писание, он говорит ему, он говорит, с тобой в пустыню нельзя идти. Ты можешь кинуться просто, ну, чуть ли не убить. То есть я говорю, вижу по твоему поведению, как ты себя ведешь, вот этому Анатолию, что ты опасный просто человек, с тобой нельзя оставаться вот так. И представь, проходит день только, и в Писании там мы читали тоже это место еще попалось на эту тему. И проходит день, и Анатолий начинает себя так вести. И какой Анатолий? Ну, Тарасов. Он начинает себя так вести, что видно, что он может кинуться реально, драться там или что угодно а вообще. До этого еще так не видно было. А да? До этого было так не видно. Он был такой, он был благодушный такой и все прочее. А потом он ко мне подходит, тебе что, камеру сейчас разбить что ли? Уже началось, то есть, ну, пошло вообще не туда совершенно у него. А до этого Игнат Тихонович, это было видно по другим признакам, вот по этим мелким, про которые мы говорим, что сначала человеку кажется, ну что такое мелочь, там кашу горячую подала, что, не холодная же, но мы сидим ждем из-за твоей горячей каши, у нас там дела ждут, все задержалось, а горячая каша откуда возникла, потому что ты проспала здесь, поставить надо было раньше, а вот беседа началась, мне некогда было, ну уйди, значит, с беседы один человек, который за это отвечает, тебя никто... Вот за это тебя никто не предъявит, что ты ушел, потому что ты готовишь, чтобы вы успели вовремя поесть. Но мы зашорились уже в коридоре вот в этом. А, раз беседа, значит все должны стоять здесь. А никто не роптал то, что в туалет не успевает ходить? Не, у меня было недовольство тоже. А надо вставать заранее. Надо заранее просто сделать это. Все твои вопросы заранее. Все до утра. Ну да, значит, то есть если надо, отнимаешь от сна и все, идешь. Я когда это либо, понял. Ну я это успел. Да, я понял, вот, например, либо смотри. Выгадывать. У нас в 5 утра молитва уже начиналась совместная, каждый день. Я 28 дней, по-моему, в таком режиме. В 5 утра совместная молитва. Ну вот здесь мы вставали все. И я когда понял, что я спокойно не успеваю просто зубы почистить и в туалет сходить, я стал себе ставить на 4:20 уже будильник. Я просто знаю себя, я ставлю себе на 4:20, я спокойно там два ведра воды могу на себя вылить, там зубы почистить, в туалет сходить и спокойно уже на молитву в 5 утра. А до этого, когда я вставал, положим, без 10, я ничего этого не успеваю, стою на молитве, думаю про туалет. Думаю, ну что это такое?
А потом завтрак сразу на работы, а ты еще до сих пор думаешь, как ой-ой-ой. Это было очень некомфортно, конечно. Но потом уже вот, я стал раньше будильник ставить и все. Из мелочей, из таких, вот так оно и складывается. О себе сам следи, а общее дело идет. Чтобы оно не страдало. Да, общее, чтобы не страдало. Чтобы тебя никто не ждали. Вот Игнат Тихонович постоянно говорит, никто тебя не должен ждать, никогда не опаздывай. Вот мы тоже с другом, у меня верующий друг есть, Дмитрий. Он никогда вообще, он приходит всегда заранее. И вот это христианин тоже характеризует. Чтобы в результате твоего поведения никто как бы не раздражался. Имеется в виду, что праведный гнев. Не то, что ты там обличил человека, и он раздражается. Нет, а имеется в виду, что ты не опоздал нигде. Ты сделал все честно, хорошо. И все, и людям нечего тебе предъявить. По тебе именно, по твоему. Или как там, какой-то вид у тебя небрежный, ты какой-то там вот. Я, положим, избавился от всего с коротким рукавом. Избавился просто от такой одежды. А зачем? Мне от этого, ну что, рукава отрезали, мне сильно это прохладнее не стало. Но зато более благообразный вид у меня. Шорты все выкинул. Ну, раздал там, этот, продали там, отдали какой-то детский дом, что-то такое там. Зачем это? Мне так хорошо. О, олень. Апостол Павел этот. Точно. Да, олень, действительно. А вот, кстати, смотри, березу, ты видишь, я шелкопрядом заражен. Ну да. Они не зараженные, они погубленные уже. А, уже мертвые уже. Уже все, конец. Это уже года три, наверное, ему так в таком состоянии. Они стояли сначала без листьев. Почему они погибли? Потому что листвы не было на них. Они поэтому погибли. Они не смогли уйти в зиму. Листву они объели, жерди, да, и они весной. Я не... тоже ехал и думал, сколько жерди здесь хороших. Вот, по сути, их можно, рубить-то должно быть. Да. А по закону нельзя, потому что стоят. А вы знаете, что этот сухостой и прочее, даже валежник в заповедниках нельзя собирать. Потому что там микроорганизмы, которые влияют на всю лесную вот эту вот. Они там и только там разводятся. Вон и колок наверху сидит, на это все. Самый главный колок наверху сидит, да. Не-не, там дети. Господь самый главный колок, он все знает. Но и апостол Павел говорит, что я для всех, говорит, стал всем. То есть он для всех стал всем. Не буду, говорит, мясо вовек есть, чтобы не соблазнились. Тут есть люди, которые считают за грех мясо, да, есть. Ну, свинину. Там. И ради проповеди им он это все отбросил от себя. Чтобы они были к нему расположены. Да. Ну представь, когда ты к мусульманину подходишь, начинаешь про Христа говорить. А он говорит, ты свинину ешь? А он говорит, ты свинину ешь? Ты говоришь, да. И все, ты для него сразу, он тебя за борт выкидывает. Раз ты свинину ешь, ты уже с ним не можешь разговаривать на равных. Ну, ты ему говоришь, я и мясо вообще. И это вот фильмы есть сейчас современные, там Джеймсы Бонды всякие. Идут мусульмане, показаны, террористы. У них там свои дела. Он идет, смотрит в своей мусульманской стране там где-то. Смотрит, там сидит мусульманин, ну как бы, да, араб какой-то или кто-то. Он сидит, смотрит какое-то непотребство там, ну, разврат какой-то. Он просто заходит и вот так его расстреливает. То есть он за чистоту борется. То есть это грешник сидит. И не важно, что я иду на задание важное. Мне надо там целый город ему надо взорвать, да? Он этого убил, и он чувствует, что он дело хорошее сделал. Он за чистоту как бы. И то есть, и мы вот, как бы, да, если мы с ними работаем, с этими людьми, проповедуем им, то мы тоже должны учитывать все эти вещи, что ты можешь таким же нечестивцем в его глазах быть, он тебя просто слушать не будет. То есть он тебя спрашивает, подожди, а ты родителей уважаешь? Да что там они, ну, у меня там это, отец алкоголик, что его уважать? Мать неверующая. Ты что, не уважаешь отца? О! Он тебя зарезать может, не то, что ты проповедовать не будешь с ним. Ты для него просто ноль уже после этого, если он воспитан в том, чтобы... почитание было у родителей. Пять раз намаз, пять раз на молитву. Он спросит, сколько раз ты на молитву встаешь? А ты утром, вечером и все. Да. И причем спрашивали меня. Да. Я говорю, семь раз на молитву. Не считая утренних, вечерних молитв. Ну да. А почему, говорит, так? А у нас, говорит, написано, что седмирицу... Семикратно в день прославляю тебя за суды правды твои. По... Давид пишет. Царь Давид в 118-м псалме. Они сразу раз расположены и так говорят, как на равных, то есть. Ну вот у мусульман, у меня с бабушкой сидели мусульманки, как сиделки работали. Они действительно себя понуждают.
Они даже не знают там, что у них в книге их написано. Они ничего не знают толком. У них про намаз ничего нету в Коране. Но у них есть передано им, что 5 раз нужно молиться. И она стабильна, 5 раз в день. Ой, мне сейчас надо молиться, все, я пошла. Я говорю, конечно, конечно, идите. Вот они молятся. То есть это определенное духовное упражнение, очень хорошее. И они, человек, который выполняет это, ну, предположим, я с утра до ночи, вот с утра встаю, сделал помолился, сделал гимнастику. Но я не про себя вообще. Просто, да, человек живет, а другой не сделал гимнастику. Не помолился. И ты, когда вот эти двое встал, он не, волей-неволей он тебя сравнивать будет с собой. Подожди, ты свинину ешь, отца не почитаешь, гимнастику не делаешь, на молитву 5 раз не становишься. Да кто такой ты меня учить вообще вылез? Я лучше тебя уже. По этим, по, вот, вот уже. Ты уже по этим... Жена у тебя какая? Жена у тебя покрывает голову или нет? Она благочестиво одета, она тебя слушает. Ты что, подкаблучник? Я тебя вообще слушать не буду. А ты в поте лица работал вообще когда-нибудь? Нет? Ты кто такой вылез меня с этой, с мышкой своей будешь учить меня? Ты кто такой офисный планктон? Пришел сюда, чтобы не говорить. То есть они тебя тут же отбрасывают. Ты просто не имеешь права рот открыть перед ними. Ну, то есть, что бы ты ни сказал, оно уже твоей жизнью, оно вычеркивается. Ты сам-то не являешься тем, о чем говоришь. А что ты мне тут вылез учить? И, конечно, это вот настолько высота для нас, для православных христиан, мы должны являть всем безукоризненно вообще жить, чтобы люди добрые наши видя дела представляли отца, который на небесах. То есть тебя должны увидеть люди и сказать: ой, а что, а за, как они верят? Что это, как это он так верит, что он так делает? Враг говорит: голоден, накорми. Ничего себе. Представь, идет война Вторая мировая, а этот немец в окопе там, ты смотришь, он голоден, погибает, ты его накормил, ты русский. Да ты че это у тебя за вера-то? Или вот это, по соображениям совести, Мел Гибсон снял фильм. Он выносит там. Он всех говорит, я не буду, говорит, убивать. Все, оружие не буду брать. Его все свои начинают гнобить. Как ты не будешь убивать? Война. А он начал всех выносить, раненых с поля боя. И потом раз, смотрит это самое, выносит уже японцев. Ему же все равно, ему жизнь надо спасти. То есть он японцев уже выносит. И уже потом, пока он не помолится и с ними в бой не пойдет, все говорят, мы не пойдем без него. Потому что мы знаем, что он нас вынесет, если что. То есть все переворачивается. Кстати, в Второй мировой войне ни один свидетель Иеговы со стороны немцев не убил ни одного русского. Они просто не были, оружие в руки не брали, и все. И ни один наш свидетель Иеговы советский не убил немецкого. У них это называют в Германии Библфоршеры. Их сажали просто в тюрьму и все. Да, расстреливали. И это не один. И у нас в советское время тоже всех сажали. И у них сейчас, вот у меня, говорит, дед, он сидел за то, что не воевал. Это дед, тот. То есть у нас прославляют за то, что воевал, а у них за то, что не воевал. И кто правее? С той стороны и с той. Потому что они заповедь хранили Господню. Вот именно. Потому что и с той стороны они бы и не напали, если были бы там все свидетели Иеговы. Не напали бы на нас никто. Но мудрое вот решение тоже Игнатий Тихонович рассказывал, что какой-то, говорит, верующий сказал, я не буду убивать, мне заповедь не позволяет убивать. Мне сказано, возлюби ближнего, а как я его убивать-то буду? Не убей, это еще в Ветхом Завете сказано. И он говорит, ну вот такой попался, верующий крепко. И говорят, ну подождите, а ты что умеешь? Говорит, сапоги умею делать, хлеб печь. Он говорит, так, ну давайте так рассудим. Если мы его сейчас расстреляем за то, что он не служит советской армии, мы что получим? Ничего не получим. Ну давайте дадим, пусть он хлеб печет и сапоги делает. И все, говорит, за ним очередь стояла к нему сапоги делать, и хлеб дарили, который он печет, избранным каким-то. Все, ему там не медали дали, он никого не убил, сохранил веру свою. Сколько он помог, даже на фронте. И помог, сколько, да, в итоге. То есть, а мы как бы многие вещи, мы думаем, вот такой есть коридор, и за него нельзя никуда выходить. Вот нам определила власть мирская, вот так. А вот здесь уже нельзя действовать. А Господь говорит, вот, у тебя полностью 360 ты можешь действовать. Это такая свобода, когда ты как верующий действуешь. Господь все разрешает. Вот с бородой Вячеславу, его же хотели уволить с работы, за бороду. И Господь так сделал, что
все, которые хотели, они наоборот их уволили, а он остался, и его наоборот по ступени начали возводить наверх по служебной лестнице. Через 4 месяца после того, как меня уволили, закрылась эта заправка. Она вообще не работает. Закрылась? Да? А мы же ехали с Ольгой. А ты же уволился, потому что тоже сигареты там продавали, да? Меня просто не выпустили на работу. Нет, я приехала, и меня... Смотрите, причина такая. Господь, мы с братом ехали. Я говорю, брат, давай помолимся. Ольга работает на бензозаправке, торгует сигаретами. Давай, говорю, помолимся. Я перед отъездом с вами поделилась. Мы ехали... За ягодой, по-моему. Я говорю, я беспокоюсь, вот я сейчас вернусь, выйду на работу, и мне придется... И мы с братом начали молиться о том, чтобы ее оттуда, чтобы она ушла оттуда. Игнат Тихонович тоже молился. Игнат, все молились. Я приезжаю, и меня не выпускают на работу. Я жду свою смену, ну, уже объявила, что я приехала, готова выйти. И меня не выпустили ни одной смены, я не вышла. Господь услышал молитву, и все, и она больше не продавала сигареты людям. Слава Богу. И через 4 месяца они закрылись. Вообще закрылись, заправка. Да, вот и часто так бывает, человек даже уволят, уберут, он из-за того, что не хочет, ну, то есть согрешать, да? А потом это предприятие, оно разрушается, или там все меняется, ну, или сейчас... такое. А ты представляешь, вот, светоч в мире, вот, допустим, огромное предприятие, там, аэропорт, к примеру, да, огромное. Там один верующий только есть, один друг Божий, остальные враги Божии, если он не верит, все враги они. И вот эти берут, они, ну, то есть насилие, ну, обиду совершают ему. А Господь говорит, как он говорит, обижающий вас, касающийся вас касается зеницы ока моего. Зеница ока — это зрачок. То есть, если кто касается верующего человека, то есть искупленного его кровью христианина, то касается как зрачка Божия. То есть это какое наказание? Какой дискомфорт Богу доставляет. То есть мы должны не бояться поэтому ничего никогда. Это все мирское и временное, но проходящее. А ты у Бога в руках. Это где написано? Это в Ветхом Завете. И Господь говорит, Он говорит, не бойтесь, не бойся, малое стадо, ибо Отец мой благоволил дать вам царство. И никто, говорит, не похитит из руки вас отца моего. Мы что-то боимся, мы все время забываем, что вообще-то нет такого, даже болезнь любая. Что она болезнь? У Бога тебя похитит, что ли? Она ничего не сделает с тобой вообще, если Богу не будет это угодно. Как раз таки это болезни, они как раз таки вот нужны для тех, кто боится их болезней, чтобы пройти через эти горнила, это тело отвергнуть, не отвергнуть тело, имеется в виду отвергнуть себя, этот страх за то, что оно, наше тело приговорено, вот это наследование, мы приговорено, тело приговорено, оно должно умереть, оно наследовало от Адама, вот это тленность. Последствия греха, то есть, а должно стать тело нетленное, а это умереть должно тело. Все, чего бояться раньше времени-то? А страшно. А на этом страхе потом ты многое совершаешь против борства Божия. То есть ты... Теряется просто рассудок правильный, ты не понимаешь. Раз от страха избавляться. Раз сразу за таблеткой побежал. Раз чуть-чуть чихаешь. Ой, надо таблетку срочно, надо. А зачем тебе надо? У тебя, неужели Господь, который сотворил небо и землю, и тебя, Он не предусмотрел механизмы защиты? Ну ты просто хулишь Бога, получается. Не доверяешь ему. Да. Как это? Тихо. А что? Стучат громко, потому что у тебя громкий голос очень. Он есть привык такое. Разговаривать с этим. Тихо говори. То есть... Надо сейчас помолиться уже, закончить. Да, заканчивать, да. Ну все, тогда помолимся. Да. Сейчас, кстати, не получится, мы... Ну, давай достойно, если споешь. Достойно есть якого истину, блажить дитя Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога слово рушую, сущую Богородицу тебе величаем. Слава тебе, наш милосердный Господь, за то, что ты нас собрал нас здесь, дал нам изучать священное Твое Писание. Благодарим Тебя за то, что не даешь нам уклониться ни направо, ни налево от истинного понимания смысла. Благодарим Тебя за святых отцов, которые истолковали нам Писание, за каноны церковные. Господи, дай нам любовь к Тебе, к Церкви Твоей Святой во всем, нигде не приступить заповеди Твоих. И послужить Тебе остаток дней. Хвала Тебе, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. 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 Спасибо, Христос, за беседу. Спасибо, Господи. А вас как зовут?